Привет, ребята, и сегодня уже была премьера новых новостей от киплэрианцев. Ну, сейчас мы посмотрим, ребята. Ну, без перевода лучше посмотрим. Ну, а потом с переводом. Вроде они говорят, что на следующей неделе, может, будет какая-то механика новых персонажей. Я просто где-то увидел такое. И думаю, это да. Будут новости на следующей неделе. Ну, тут мы в шкафчике и монашка, которая выглядывает в 2D. Но это они покажут скоро во всех соцсетях. О, саундтрек. Ну, музыка, если что. Переводим. С Ice Cream 3 тоже было такое. Помните, в Ice Cream 3 тоже была такая музыка, но, скорее всего, да, это был звук, когда мы начали мини-игру там. А это, я думаю, тоже звук, может, погони или чего-то еще. Да, магнитофон. Да, классно вообще. А первая новость. Ice Cream 4 трейлер. А мы, кстати, первый. Помним это. С 1 апреля был такой. На не останут. Ссылку на трейлер тоже. Я тоже видео покажу, где я там изменил. Ну, в общем, на этом все заканчивается. Но когда выйдет видео в переводе уже, то тогда я тоже запишу видео. Ну, с этим я, конечно, не прощаюсь с вами. Будем ожидать перевода от Hack Time. Ну, ладно. Будем уже заканчивать. С вами был Димон Про. И пока-пока.